Привет всем любителям стратегии, особенно стратегическим жеужикам. Вы видите и слышите Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за инков на божестве с челленджем создать самые большие города на этой планете. Ну, подробности челленджа в первой серии. Ссылка на нее в описании и в прикрепленном комментарии. Лучше начать смотреть с самого начала, если вы случайно на это видео наткнулись. Ну, а спонсоры канала все серии видят сразу в специальном плейлисте, ссылка на который тоже есть в описании в прикрепленном комментарии. Можете прям оттуда и смотреть. Большое спасибо за поддержку, и давайте продолжим наше вырастание. Так, тут я делаю лошадку, потому что у нас осталось 4 хода, и нам надо набрать 3 очка эпохи. Лошадка, потом я хочу апнуть, ну, собственно, следующим ходом мы сможем апнуть латника, и где-нибудь еще что-нибудь наберем, например, найдем еще какую-нибудь цивилизацию. Так, давайте, наверное, мы тут через Валетту проплывем. Там явно кто-то должен быть. Ацтеки ж, да, у ацтеков со всеми есть отношения на той стороне. Вот пойдем, я думаю, что каравеллами мы кого-нибудь встретим. Катаку Ин кто-то построил, пожар не у меня. Научную теорию ускорили, сталеварение ускорили, потому что у нас броненосец появился. Блин, а где я его сделал, кстати? Мне надо было, кстати, в другую сторону, наверное, плыть. Быстрее. Ну ладно, я не хочу кругосветку в этой эпохе все равно делать. Просто вниз поплыву. Так, тут я ищу выйти на кулачках, подраться. Вот. Апостол буддизма. Выходи, подеремся на кулачках, побьем друг друга Библией по башке. С утроенной силой. Пусан — маленький город. Пойду с утроенной силой в Чинджу лучше распространять. Ну, видите, как сразу буддизм ушел. Так, тут я болото убрал, да? Давайте, наверное, вот эту клетку обработаем лучше. Так, и так как у нас 4 хода, то надо как бы тратить всю религию. Во-первых, строителей... Торговцев нам пока не надо больше, да? Маяк 2 хода как раз купим торговца. Священный еще 2 хода маяк. Отлично. 2 торговцев мы за веру купим. Так, этот тоже с утроенной. Шли, наверное, в Кёльн его. Ну что, а что нам по пути в Берлин? Берлин маленький, он сам обратится, если будут большие города вокруг обращены. Так, я могу лошадей продать. Вот, ну, кстати, лошадей у меня дофига. Давайте... И нету доступных сделок. Уже никому не нужны мои лошади. Так, у Ануку вкуска 13 аж. Кахама... Ну, вкуска отправлю все равно, блин. 13 еды. Это, конечно, тоже читы за инков. Такой рост. Так, тут терраса и тут терраса. Тоже читы. Подъехали. Так, а вот этим рабочим пока непонятно, что еще. Так, здесь шелк. Не, не буду, наверное, лес убирать. У нас вообще тут по престижу. Блин, тут вот уголь. Уголь бы обработать. Все равно, наверное, я сюда буду ставить. Тут одна клетка, конечно, минус. Тогда не будем лес убирать. Пока обработал, но, в принципе, когда я тут поставлю заповедник, надо будет там убирать, на самом деле. А что у нас тут новое открылось? А, рационализм, да. Ну, 19+, вообще, наверное, неплохо. Блин. Нам пока надо 2 действия, чтобы покупать больше рабочих. Еще 4 хода. Наверное, 4 хода пока не будем ставить.
Так, археологический музей, два хода. Шесть. Национальный. Ну, давайте, короче, национализм пока открывать. Тут, наверное... Блин, даже не знаю. Наверное, вырублю... То есть куплю эту клетку, вырублю овец. И террасу тут поставлю. Так, ищем источники. Снижает влияние других религий. Ну, здесь бы я этого не делал, наверное. Я пока просто бы открывал территорию. Болонья есть. Можно в Болонье снизить, например. Довольство с двумя и более. Ну, у меня пока нормально с довольством. Так, блин, а я ж тут хотел предприятие поставить как раз, а потом пойти... Вот этот убирать и делать... А, кстати, шелк и чай я могу продать, сейчас посмотрим. Ну, вообще, может, я бы сейчас нашел кого-нибудь, какие-нибудь этих... Еще цивилизации. И с ними, возможно, будет торговля. Железная дорога. Ну вот смотрите, я уже лидер по количеству науки в ход, особо даже не ставя кампуса. А представьте, что будет, когда я в заказники выйду. Будет просто мрак. Убежал. Так, ну что тут, где тут был? Я ж тебя видел только что. Ты уже свинтил. Был вот тут апостол, взял, куда-то свалил. Снижает на 75 миллионов. Странно, как-то он не особо тут снизил. А, тут всего 4 жителя. Блин, это я, кстати, зря использовал. Это надо использовать, где много жителей. Шесть последователей станет. Ну, давай. Странно, что у меня так мало жилья в Куско. Надо больше жилья в Куско. Так, мы можем продать редкие ресурсы, шелк и чай. Ну, приятные, но я хочу подождать возможности поторговать ими. Так, и сколько у нас еще 3 хода? Что, ставить каменоломню? Нет, не знаю. Так, лошадку оставлю в городе, это чисто ради очков. Так, здесь, я думаю, можно лесопилку. Так, а вот здесь у нас холмы, значит, тут мы будем убирать медь и ставить террасу. Амбар в Чинчане растет, растет. Стараемся расти. Ну, не знаю, почему-то у меня жилья во всех других городах больше, чем в столице. Но я предполагаю, тут, во-первых, ферм много. Понятно, в столице довольно мало мест, которые ты можешь обработать. Я могу обработать. Поэтому, наверное, на самый большой город надо какую-то другую выбирать. Так, что у нас тут со священным местом? Маловато, кампус тоже маловато. Давайте, наверное,
Так, а что у нас с соседством? 3.06. Ну вот фабрики надо в Кахамарке, конечно, будет делать. Так что тут... О, центр коммерции нужен. Так, ну я сюда... А, блин. Это у нас тут везде этот действует. Ну ладно, тогда сюда. Плюс один всего лишь, но... Вообще можно сюда вырубить лес. Нафига мне тут... Не, вообще лес нужен. Он влияет на престиж. Ладно, центр коммерции не рядом с рекой в этот раз будет. Все-таки не хочется терять престиж. Нам бы, конечно, в электричество и в компьютеры. Для этого два капера на... А, тут еще радио, авиация. Ой-ой-ой. Научная теория. Так, ну, наверное, тогда научная теория сначала, чтобы плантации плюс пищу давали. Ух ты, ружечку кто-то сделал. Вообще, как у нас по науке все идут? Ну вот Германия в новом времени, но не выглядит, что это далеко. А по количеству технологий тоже Германия на первом месте, но я тут совершенно недалеко. Так, предприятие есть. Да, следующим ходом Кёльн обратим. Тут какой-то город должен быть, мне кажется, еще. Фига тут у них Панамский канал. Он в разработке, правда. Но зачем? Так, естественную историю ускорили. Вот ее и открываем сначала. Блин, ладно. Думал подойти, увижу тут город. Вот, ну мне не нужен этот Пусан. Я его не буду брать. Говняный город. Так, сколько ходов? О, Испанию встретил. Повезло, что Испания не рядом со мной. Хотя, исторически-то как раз они и должны с другого континента... приплыть меня завоевывать. Так, что там у вас поторговать? Табачок. Наоборот, немного, видите, обычно с Европы, точнее, с Азии шелк и чай был бы, а с нового времени, с нового этого табачок бы шел. Хотя на этой карте и так получается, что они на зав, они как раз в Америке где-то. Так, что с Канадой? Нормально. Так, а вообще... стратегические ресурсы нет. Лошади уже никому не нужны. Железо. Тоже никому. Ну, 4 золота в ход никому. Так, ну все, я вышел в золотой век, даже можно будет не апать. Так, фабрику мы тут не будем делать. Торговца надо купить. Давайте, я бы воякучу купил, несмотря на то, что тут не так мало этих, просто чтобы дороги провести. И еще один торговец, да, доступен. Мы два маяка закончили. Ну, давайте из Уанако еще одного. Так, здесь строителя. Кахамарке. Фабрику с угольной электростанцией, а потом будем уже священные места строить. Промышленная зона. Давайте мастерская, потом верь. Потому что и тут даже фабрика будет влиять на... Раз, два, три, четыре, пять... Блин, да, товарищ, ну на Куско будет влиять, на Чан-Чан и
Раз, два, три, четыре. Блин, чего у меня все в одной клетке не хватает? Ну, случайно тут нету инженера, который дальше... делать дальше, чтобы влияли. Блин, реально, куда делись апостолы? Только я с ними повоевать захотел. Тут еще обрабатывать. Вот тут можно эту поставить. Как ее? Террасу. Не, террасы, конечно, тоже какой-то чит. Вообще все чит. Ну вот, я бы даже не сказал, что тут особо гор завезло инком. Я видел и побольше, когда бывает. И все равно как-то очень круто идет развитие. Еще... эти террасы еще и жилье дают. Все очень мощненько. Так, что-то я вот дальше пока не хочу открывать. Я бы больше никого пока не встречал. А тут больше никого и нету, да? Все-таки ацтек не на отдельном континенте, а на своем. Блин. Какие-то исламские миссионеры плывут. Как вообще по религиям? 46 Испания, вау. Ну, 25 буддизм, 13 протестантизм, 7 всего ислам. Слушай, так если у тебя 7, что ты к нам плывешь? Тут распространяй. Что-то к нам плывет. Так, ну, вкуска, наверное, продолжим. Продолжим, пожалуй, исследовательские гранты. А, здесь я хотел священочку. На плюс 7. Маяк завершен. Так, священка. Знаете, хочу вот заповедник сразу. Вот что-то мне хочется. Посмотрю, как... это будет единственный заповедник не рядом с горами. Посмотрим, как он будет действовать. Просто соберу этот камень. Кажется, бессмысленно мне тут его обрабатывать уже. Так. Сюда пока идем. Рабочий куплен. И оба каравана куплено. Славная эпоха немного раздражает. Ну и иди. Знаешь, кому жалуйся? Маме своей пожалуйся. Так, героически, кстати, и у Испании тоже. Так, астрономию открыли, естественную историю открыли. С естественной историей аквапарки, да, мы, по-моему, там можем в естественной истории теперь делать археологов. Исторические места открылись и два посла. Ну, теперь нам надо в охрану природы. Блин, я так жду, не дождусь, когда заказники наконец построю. Так будет просто читы. Да блин, где послы? Ой, послы, апостолы.
Хочу вам на пальцах объяснить, насколько мою круче. Тут было 15, видимо. Вообще странно. Снижает на 75% влияние других религий. Не видать, чтобы он на 75 снизило, честно говоря. Тут не обрабатываем, потому что заповедник, да? Так, все-таки присоединяем эту клетку за кучу денег. О, свинину можно обработать, кстати. Она там в четвертом радиусе. Раз историческая, два историческая, три. Селитру и уголь могу продавать. Ну, вообще железо продам. Нифига, оно мне тут вот неплохие деньги предлагают. В принципе, теперь селитру могу продавать. Тоже апать нету смысла мне. Уголь не буду. Так, купить что-нибудь у них есть? Нету. Так, соусы не растет. Нет, амбар покупать не буду тоже. Ну, тут можно вырубить и террасу поставить. Так, из Аякучо. Куско. Так, поедет через эти все. Так, из Уануко. У нас Антовалия и Кахамарка. Антовалия тут, Кахамарка тут. Еда везде одинакова. Может тогда в какой-нибудь из этих? Да нет, тут чуть поменьше. Просто хочется как-то дорогу провести. Слушайте, кстати, а интересно, ну дорога не считается улучшением. Видите, вот тут дорога есть, но ничего не снизилось. Что, конечно, ну такое себе. Ну, правда, через заповедник можно дороги проводить. То есть это все-таки же улучшение. Так, в Чикуита. Давайте в Чикуита. Потому что интересно даже как караван. Мне кажется, так, так и вот так. Наверное. Так, вон вижу границы. Это, наверное, Вавилон, кстати. Вообще, надо уже не плыть туда, иначе откроем. Так. Два капера надо. Давайте, наверное, карточку поставим. У нас вообще... А, у нас, наверное, нету... Мы торговую республику не открыли. Так, а давайте-ка мы торговую республику сначала откроем. Один ход. Поменяем теократическую на торговую. Сейчас, да, до... Покупаю здесь. Что, подумаю... Ну, нету, слишком много веры надо. Куплю еще двух апостолов, пожалуй. Ой. Я миссионера купил, я рабочего хотел вместо миссионера, сорян.
Так, тогда я апостола здесь еще куплю. Следующим ходом у нас... Да, следующим ходом у нас славная эпоха. Пока не будем сменять. Так, тут вырубаем. Вот эту клетку, наверное... Я понимаю, что это лес влиял, но по идее... Да, стал притягивающим вообще-то, блин. Тогда не буду этот лес вырубать, черт. Ну, я надеюсь, что я это все решу Эйфелевой башней. Нам бы сначала только компьютеры открыть, а потом уже Эйфелеву башню. У нас же уже 38 ходов. Ну, пока не очень уровень, да, CO2. Пока у нас тут Канада, кстати, жжет. Нет, вообще жжет неизвестный игрок. Тут два неизвестных. Сейчас ускорится, конечно, это все дело. Ладно, пойдем сюда. Ничего тут не меняем. Так, принимаем посольство канадское. Можно и к испанцам отправить с канадцами. Ну и у нас героический век плавно перетекает в золотой. А это значит, можно поставить лайк этому видику. И промышленная эра, золотой век промышленности инков. Лайк видосику, комментарий оставить. Возможно, супер спасибо какое-то. Или даже спонсором канала стать, если вам нравится и хочется получать контент раньше всех. Ну, а внизу вы видите ссылки на мои всякие социальные сети. И не забудьте подписаться, если вы еще нет. Все, важную информацию сказал. Принимаем торговую республику теперь. Блин. Ну, вот это надо убрать. Я уже не буду рабочих покупать. Поставлю рационализм, наверное. Или давайте пока либерализм, потому что я сейчас вот уберу эту карточку. Для того, чтобы каперы построить. Плюс 100% к морским юнитам. Так, производство шпионов. И меньше требуется... Реформа денежного обращения. Ну, международная. У меня нету международных торгов. Я бы, наверное, пульс паровой машины взял пока. Видите, я на деньги особо... Ну, я просто надеюсь, что деньги я получу с заказников дофига. Так, значит, здесь капер. Один ход. Здесь капер. Три, нет, давайте тогда доделаем там мушкетера. Тут тогда два раза капер просто. И открываем пока электричество. Фабрика в Кахамарке. Куплю, прям куплю угольную, чтобы она заработала. Блин, мне реально надо из Кахамарки... Чтобы увеличить, чтобы до Чан... Нет, до Уанука и Антавайлии дотягивалось. Мне вот такой инженер... Внезапно мне вот такой инженер нужен. Рурку уже построили, так что нету смысла. На чудеса, мне кажется, брать. Продолжу тут исследовательские гранты, пожалуй. Вот. Апостол. Ну давай поделим. У меня уже ушло. Я следующим ходом уйдет плюс к силе. Богу угодно, чтобы ваш народ веровал в наши обычаи. О, мы Марсель переконвертили, кстати. Но в нашем континенте только мы и буддисты. Так что я думаю,
А веры у нас, походу, побольше, чем у... 175 вход у испанца, 66 у Франции, 231. Я думаю, что у нас вообще больше, чем у кого бы то ни было веры. Не, ну это, конечно, все вот, как я вам говорил в обзоре, это, конечно, все читы. Это какие-то читы прямо. Два раза больше, 100 золота. Давайте в два раза больше. На два раза больше. Так, я сюда отправил, по-моему, рабочего. Этих куда-нибудь тут дальше направляем обрабатывать. У меня куча рабочих, кстати. Тоже еще на два раза больше обращать может. Посмотрим, либо Германия, либо Корею будем обращать. Я хочу весь континент этот обратить, несомненно. Так, тут вроде тоже все обработано. Это, конечно, выкупил тут клетку немец не очень. Опять снизил. Немножко престиж получается. Ну, Германия уже должна быть обращена, похоже, в мою религию. Пока нет. Но мне кажется, следующим ходом будет. Майя. Что-то у Майя, это все-таки границы Майя было. Что-то у Майя не очень в науку в этот раз. Посольство. Канада, посольство. А, я уже отправил к испанцу. Давайте дружбу объявим. Соль можно. По-моему, мне нечего ей предложить. Так что просто, что она там предлагает, то и возьмем. 4,2 золота вход. Да, это надо править, конечно. Разработчикам слишком дешевые ресурсы. Только для наземных юнитов эти ресурсы на счастье. Фабрика есть, угольную электростанцию мы купили. Так, я бы археологов сразу сделал. А после археологов... Блин, я тут священное место давным-давно оставил это, вот тут местечко. Давайте сразу после археологов священочку. Но первым у меня 20 жителей точно не Куска получит. Ну вот можно увидеть по электричеству, что... А, ну вообще у меня нет еще... Блин. У меня нет еще зданий, которые электричество-то потребляют. Поэтому их тут и немного. Так, 5 ходов до заказников. Каса де Контрасьон. О! Наконец-то осуждения пошли. Юниты плюс 5 к боевой мощи удваивают очки великих людей этого класса. Давайте за ученых проголосуем.
Хотя обычно почему-то компьютер за полководцев голосует, и они проходят. И плюс 5, пускай разведка. Кстати, а где мой там этот? Я его апнул и так и не отправил ничего исследовать, между прочим. Так, плюс 5 ближний бой, и не начисляются великого пророка. Нафига вы за это проголосовали вообще? Ну там, ну вообще еще две религии было, ну серьезно. Просто бессмысленное голосование. Есть какой-нибудь вообще шанс Альберта Эйнштейна получить? Пока есть. Пока я вот читаю. Так, время выполнения задания уменьшается. И попытка нейтрализовать губернатора. Окей. Так. Мушкет давайте в Аякучо. Ну, блин, был же только что апостол тут где-то. Вот он в Руане спрятался. Ну, что я за ним бегать должен? Короче, апостолы буддизма, они какие-то вялые. Они не хотят свои догматы защищать. Я считаю, что это показатель того, что... Блин, что-то у Кореи все отваливается. Не задалась у Кореи тоже игра. Это показатель того, что Майю, несомненно, более правильная религия. Верьте в Майю, в Млечный Путь. Так, вот этого я, наверное, сюда отправлю. А вот эта штучка, ладно, давайте Берлин по пути и там дальше пойдем. Вот в пятерке террасы все-таки от количества гор зависели. Там иногда бывало, что и не так классно. А здесь пофигу, просто на холм фигач. Есть холм, фигач террасу, все. Так, на автомат капер. Уже все исследовано, что можно. Ладно, поплывем туда. И эти снизу. Куча территории не занята. Ну, для Майя это может быть и нормально, кстати. Потому что там все бонусы в пределах. Сколько? 6 клеток. Если города дальше, чем в 6 клеток от столицы, то они штрафы начинают получать. Можно сказать, ну вообще у меня счастья достаточно, зачем мне развлекательный? Я могу вот здесь развлекательный комплекс поставить, а здесь театралку, чисто вот, чтобы театрал. Ну, с другой стороны, театралка мне зачем? А с третьей мне уже и кампуса не нужны особо. Давайте, наверное, развлекательный комплекс. Пускай будет. А потом тут театр. Просто развлекательный комплекс еще плюс 2 к культуре театралки дает. И вдруг кто не помнит. Так, и можно караванчик построить вообще-то. Так, вот мы ничего не делаем.
потому что этот заповедник у нас тут. Так, а кого мы еще не встретили? Мы Вавилон не встретили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вавилон, Америка и... Блин, еще кого-то. Вавилон, Америка и Бразилия. Блин, там Китай все еще с кем-то воюет? С Францией. Франция вообще, смотрю, на нашем континенте со всеми в плохих отношениях. Что-то как-то не задалось общение. Так, этот караван давайте из Сауса отправлю. Блин, я что-то открыл, открываю электричество. Так, ладно, встали варенье, как нам через баллистику. Ну, можно потихоньку баллистику. Я не буду ни военные лагеря строить, ни этих... Блин, мне надо, знаете что, копить послов для того, чтобы Валетту засоюзить хотя бы на один ход. Там 5 штук надо, нормально. Так, пойдем-ка мы в Париж вот этим. Ну, куда делся? Вот был тут апостол, куда он делся? Почему я за ним бегать должен? Я не понимаю. Фиг знает. Ну, кстати, пора вот эти тропические леса вырубить. Наконец. Так, удалять губернатора, у кого я хочу. $203 у Канады. Ну, давайте из Оттавы попробуем. Удаляю юнит, потому что я не апнуть его не могу. А не мог удалить, пока он не вылечится, я не мог его удалить. Только вылеченные юниты. Что-то обрабатывать нечего. Можно тут фермы сделать. Две штучки. Не, ну сейчас Германия точно уже должна быть вся в моей религии. Пишет, пока еще нет. Но я вижу два города, три. Три города, остальные все в моей. Есть Вавилон. Ну что, в этот раз что-то Вавилона не... Ну, вообще 173 науки. Это при том, что у него уже минус 50 должно быть. И все равно он как бы вот только здесь где-то. И не лидер по науке в этот раз. Что-то вообще в середине. 37 тех. Вот тут кто-то и тут. И я думаю, что скорее всего бразилец. На третьем месте. Давайте на всякий случай проверим, в ракетостроение никто не вышел еще. Нет, похоже, что нет. Храм есть, тупо покупаем, строим универ. Тут священное место, святилище. Есть монумент, но тут, наверное, надо гавань сначала строить.
Тем более тут на плюс 4 она. Это все в четвертом радиусе, поэтому, ну, если будет... То есть это чисто ради счастья. Добавляем свининку. Так-то она... Никаким городом не обрабатывается здесь. Раз, два, три, четыре. Два, три, четыре. Четыре. Так, вышли в электричество. Ну, я бы открывал, наверное, сразу компьютеры. То есть, авиация, радио. Кстати, нацпарк. Вообще, можем нацпарк? Ну вот, места подсвечивает нам. То есть, смотрите... Имеется в виду, что если мы уберем вот здесь лошадей, обработку, то вот тут нацпарк становится. Блин, я вот не знаю, тоннель, наверное, тоже считается обработанным. Вот не знаю, вот тут если уберем террасы, тоже нацпарк становится. Вот здесь нацпарк. Так, ну варианты есть вообще. Наверное, стоит купить натуралиста. Да, Эйнштейна заберет. О, а чё, кстати, Майя отказалась от этого. Давайте я этого торговца заберу. Так, сколько стоит натуралист? Его не видно, подождите. А, я его не открыл еще, два хода. Там потрясающе престижный нужен. Так, селитру я бы уже продал. И дополнительный торговый путь еще у нас открылся. Там еще это залучиваю постоянно. Реально, он ацтек приперся тут обращать в ислам гранату зачем-то. Так, надо обрабатывать на тех клетках, которые ничем не заняты. Наверное, с этой начну. Здесь, кстати, можно вот сюда террасу. Как раз в третьем радиусе. Правда, он может, естественно, извергнуться. Но пока терпим. Так, Рычунджу обращать. О, изящная арка. Красивая. Ричхучхон обратить. Ладно, давайте. Раз уже дошли сюда. Блин, ну вот откуда они берутся? Вот откуда он приплыл сюда? О, слушайте, берем-то апается. Вау. Я апну. Так, есть заповедник, все добавили. Строим рощу. Надо будет убрать рудник с железа.
Не пойму из-за его наука, как пошел караван. Чудо природы, чудо природы. Подождите, они и на воду действуют, эти? Блин, я как-то ставил, оно не работает. Слушайте, оно и на воду действует. Но это странно. Тут, смотрите, на воде даже нету отметки, что тут престижный, притягивающий. Тупо. Вот престиж. Минус один. А тут даже престижа не написано. Странно. Так, нам осталось 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10? А, Бразилию и Америку осталось встретить. Послов копим на Валетту. Блин, не добавилось все равно. Вот здесь. Ну тут... Вообще тут... Подожди, а что тут средние? Я понимаю, что минус один от... от джунгля. Вообще тут средний реально. То есть, даже если вырублю джунгли, будет всего лишь два. Притягиваюсь. Странно. Ну тут три, а тут один. Мне кажется, еще не обновилось просто. Опять же, вот как я тогда ставил район, только через некоторое время обновилось и показало, что тут другой престиж. Девятнадцать, девятнадцать, девятнадцать. Интересно, какие у вас города к этому моменту? 1260 год нашей эры. 94-й. Вот, кстати, обратите внимание, это улет за инка не за счет кампусов, а за счет количества жителей. А это за счет как раз заповедников. Перестали быть... Ну, не знаю, может, пока не перекупать Буэнос-Айрес. В принципе, у нас с довольством-то нормально. Плюс 3. Максимум можно плюс 5. Ну и плюс 3 нормально. О. Игрушку. Так. Блин, я забыл вот этого чувака использовать. Ну я, по-моему... Или я открыл уже предприятие? Я еще не открыл. В экономике же. Корпорация, я имею в виду. Ну пока подержим, ладно. Там он, то, что он сразу ставит рынок и банк, это не так уж и круто прям. Так что подержим. Да, кстати, вот красители можно купить, раз у нас Буэнос-Айрес перекупили. И ходит тут, грабит мне гавань мою. Так, теперь вантовали. Вот тут, кстати, уже бы пора апнуть лян на аквакультуру и построить эту аквакультуру вантовайлии. Короче, все апостолы разбежались. О! Священный город буддизма обратили в нашу религию.
Никто не захотел из апостолов буддизма вести с нами теологические баталии. Что, по-моему, показывает силу нашей веры. Я уже не вижу здесь вот, где мне что обрабатывать. По-моему, просто все уже обработано. Давайте сразу нейтрализовать. 84%. По-моему, нормальная. Нормальный шанс. Ну, промышленную зону мне тут некуда ставить просто. Я тут уже ничего не буду. Ну, я могу вот сюда, кстати, священочку, но мне кажется, нафиг надо. Давайте университеты и верфь. Кампус. Так, можно уже, наверное, подумать о том, чтобы Ашан засоюзить, если туда немного... 6. Нет, ну нам Валетта, конечно, важнее будет. Потому что Ашан дает науку от артефактов, но я вижу, что вообще сейчас меня даже никто не обгоняет по науке. А мало того, что по науке впереди, так еще и по культуре очень неплохо иду. Ну что, открыли заказник? Глянем, сколько он стоит. 880. Три хода. Ну, надо его везде строить. В общем-то, ставлю его строительство во всех городах. Но на этом буду эту серию заканчивать. Как оно построится, это уже в следующей серии. Господи, это будут такие мощные просто выхлопы. Так уже хочется быстрее увидеть... построенный. Ну вот тут я бы, наверное... Хотя, нет, все равно строим 6 ходов. Везде строим. У меня как раз мало денег. А заказники эти самые деньги дадут. Да, но продолжение, уже постройка заказников будет в следующей серии. А, вот тут, кстати... Нет, все-таки заказник. Нет, тут, наверное, все-таки кампус. Блин, 8 ходов. Вот 8 ходов можно будет и купить. 16 чекует-то тоже. Вот 8 и 16 мы купим таки. Так что продолжение в следующей серии. Любимые мои жеужики, спасибо, что смотрите. Рассказывайте, как у вас проходит прохождение это. Ну, видите, такой челлендж именно на развитие, без всяких войн. Тем более, что с инками и воевать тяжело через эти горы. Я думаю, тут воевать мог бы, наверное, только или Китай, и то вот этот проход, но он очень легко держится. То есть вот Антавайлю я вообще не представляю, как он может взять. Может, только если с моря. Ну, и либо Корея, но тут из-за того, что у Кореи как-то территория не очень, то и нападать им как-то так было. Ну, смотрите, вот такое плоское все, не знаю даже. Ладно, на этом все. Не забудьте лайк, поставить комментарий, написать. Играйте в умные игры. Слава Украине! Живи Беларусь! Всем пока! Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.